Ребяточки, всем привет! Привет на канале Пиратская жизнь. Ну что, дела свои сделала, как говорится, нужно и о себе подумать. Сейчас еду к местной девочке, которая здесь работает, и сделаю себе ноготочки. А то у меня как-то, знаете, совсем ноготочки уже, видите, обросли. Я еще должна была в России их делать, но вот такие культяпки, лапки у меня выросли. В общем, оставляю вам одного. Он здесь тут шмыгает носом, болеет. Я уже себя привела в порядок, у меня едет такси. Так что мы с вами идем, девочки, приводить себя в порядок. Хочу еще, кстати говоря, сделать педикюрчик себе. Но педикюрчик, наверное, буду делать чисто гигиенически. Пошла. Отлично, сейчас хоть можно посидеть, поболтать, рассказать про то, как мы в России живем, что у нас здесь проблемы там туда-сюда. Люблю, знаете, вот сходить к мастерам и изливать душу. По сути, ты вот рассказываешь, они не лезут, они потом забудут все, что ты рассказал, им вообще пофигу. А ты как на сеанс к психологу сходил. Так что, девочки, иду на сеанс к психологу. Беру сразу две процедуры, вот, и ногти, и педикюр. Может, потом еще на гигиенический педикюр и баланс, то еще, чтобы всякие вот там мозольки все убрать. Он мне не дается. Попытаюсь, может, в следующий раз. В общем, вот, красотка. Буду еще лучше. Так, ну, в общем, сижу, делаю ноготочки, болтаем тут. Вот хотела показать, смотрите, какие новые красивые штучки. Вот тоже. Вот. Можно приобрести себе, какая красота. А это вот местная тайская, да, или как? Я честно, не вникала. Это камни какие-то, прям камни. А вот это вот что такое, вот я все смотрела. А это колечки для фоток. Вот сейчас все закончим и как на все пальцы. Можно будет сделать, да? На все пальцы. И вот эти вот мне тоже очень понравились штучки. Вот эти вот. Вы можете какой-то стемпинг делать. Вот у меня красивые ногти. Чем делаем? Не надо проклинать потомственная ведьма. Гадалка. Не, потомственная ведьма, гадалка, не надо. Там шаманила. Посмотрите, какие ногти она мне нашаманила. Ой, вообще. Вот такая вот красота. Жемчужный френч. Вот так назовем. Да. Вот, хотели сейчас еще сделать педикюр, но уже не успеваем, потому что очень много времени ушло на шаманские обряды, чтобы они приносили мне удачу, деньги. Обязательно, да? Много-много денежков, да. Вот хотела показать, смотрите, видите, вот здесь уголок, вот здесь она колдует. Вот здесь это так. А где помидоры, где огурцы, где картошка? Только тайские варианты. Ничего, в следующий раз еще придем. Как всегда, дабы не расставаться, даже за короткий промежуток, придем два раза. В общем, такие вот ногти, красота. Все, полетела я дальше. Пугать своего демона. Все, сделала. Все сделала. Все сделала. Так, давайте мне вниз, вниз, вниз. Блин, хотела сейчас еще педикюр сделать, но тупо не успеваю. Что-то мы так разболтались, прям вообще. Там ля-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 ля. Фиг остановишь. Поедем в торговый центр с вами. Так, какие делишки. Нужно еще пошупиться. Пошупиться. Так, мне вниз. О, сразу два. Но я не знаю. Да не, отсюда пойдем. Все, вниз. Где тут у них? Джи. Джи, наверное. Где? Я не знаю, где у них тут. Прям, кстати, мне сразу сказали, что я очень сильно похудела. Очень. Я прям рада. Только вы говорите, что я не худею. А я очень худею. Все, кто меня видит, блин, смотри, как красота. Жемчужный френч. Короче, френч со втиркой на розовый. Класс. О, что, все темно? Ух, тут. Блин, видите? Живу. Так, надо сейчас таксишку вызвать. Такси, такси, такси. Беги, беги. Вдоль ночных дорог. Мимо чьих-то снов. Такси, такси. Это вот 70's. Блин, сосисочками пахнет, тут вкусненько. Слушайте, освещение у них, конечно, да, здесь страдает. В 7CC. Конечно, темень прям вообще. Очень темно. Так идешь, и даже не видишь, куда ты идешь. Вот только фонарики какие-то горят. Все. Сейчас надо вызвать такси. Пока светло. Ты ж, ты вошь краснокожий, давай уже одевайся. Приехал, он тут уходит, он телек смотрит. И что там в итоге ты смотрел? На Ютубе, что ли? Да. Ну, давай быстрее. Фильму. Вов, одевайся. Одеваюсь. Цигилюлю. Не видишь? Я не осталась специально на педикюр, потому что время.
Вы педикюр еще? Да, я хотела. Че, как долго ногти? Ну вот. Смотри, какие красивые. Дома полтора часа, тут, блин, ну, три. Мы болтали долго. Да? Да. Вот да. Что, болтали, да. Мы больше болтали, по сути, чем это. Зато смотри, какие ногти. А, вообще. Давай шутри. Короче, во. Ты посмотри, какие ногти. Ты посмотри. Чё у меня твои ногти? Жемчужные. Нет, смотри, жемчужные. Какие переливаются. Специально его не снимаю, потому что ходит тут. В трусах сидит. Красный воздух. Что ты хочешь? Краснот кожу. Хочу в торговый центр. По делам. Часы не забудь одеть. Все. Ой, я-то готова. Я могла тебя вообще подцепить сейчас, и все, и поехали да, дальше. Конечно. Здесь да, конечно. Здесь так действуют. Всегда можно договориться. Да. Ой, я сейчас тебе все скажу. Тебе это дико не понравится. Ты будешь на меня злиться. Да-да-да, ты кучу денег оставила. Да. 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 Я кучу денег оставила. Да. Да. Да, да, да. Вот так-то, да. Кстати, вот такой маникюр мне стоил 900 бат. Чего? 900 бат, 900 бат. Чё, веди как мело там, 1600 было, уже сколько осталось там? Ну вот, так. Да, вот извините. Слушай, у тебя тут денег еще куча. Иди отсюда. Чего? И не снимай тут. Сколько там денег? О, деньги. Иди отсюда, я сказал. Вот так, да, я пошла в разнос на свои деньги. Чё пошла в разнос. Деньги, вот что я, мол, деньги трачу, да. И туда-сюда. Вот орёт на меня. Я тебя еще записал на педикюр. Да, да. Мне твой педикюр. Нужен тебе мой педикюр. Я в любом случае пойду. И ты себя с собой возьму. Все, орёт на меня тут. Что я деньги трачу. Что у нас тут подсчитано до миллиметра. Вот типа вот как ты в карты тратишь дома. Вот все, пошла здесь, там, сям, блин. А я виноват, что там можно рублями заплатить. Вот я и плачу. Виноват. Да. Орёт на меня, что я деньги трачу, а? Вообще, обалдеть. Смотри, какие... Жена у тебя хочет быть красивой. Да. Слушай, я эти деньги зарабатываю, я их и трачу. Нет, ты, блин, зарабатываешь. Ты их тратишь со скоростью света, блин. Да. Зарабатываешь ты раз на месяц. И зарабатываю я тоже со скоростью света. Хрен там, блин. Слушай, блин. Пошли уже, блин. Хватит орать. Давай без мата. За мат, чувак. На! О! Хватит орать на меня. На свою карту. Сам такой. Попить есть вообще что-нибудь у нас? Да пойдешь ты. О, видите, как на меня разорался. Все, орёт на меня. Все, орёт. Вов! Хоть водички попью. Рассчитано было, что ты не будешь, блядь, сказать. Вов! Да ё, орёт на меня. Как ненормально. Все, блядь. Деньги потратил, все. Все эти деньги потратил. Прям проблема. Ну, тут катаются на каких мопедах, ё-моё. Давай! Загружайся. Шустрее. Погнал. Шустрее садись. О, мы в терминале. Ура. Добрались. Быстро, кстати, доехали. Быстро. Что, кучу денег потратила сегодня. Вовка на меня разворчался, разрался. Вот. Уехала, по карте потратила. Вот. Говорит, вот. Мы еще не вернулись, у нас там и так дома в России денег. Я тогда опять деньги трачу, туда-сюда. Ну а как по-другому? А как по-другому? Короче, ругается. Начальник ругается. О, чихает начальника. Даже не побрился, пока был. Ты куда все ходишь-то? Все ходит. Все ходит, бродит. Так, сейчас, короче, здесь немножко прогуляемся. Надо же себе крем купить. И вообще надо погулять. И обувь. Вау. Блин, каждый раз вот мне так нравится приезжать сюда. Здесь так здорово. Здесь столько всего, вот такая движуха, жизнь. Прям красота. Блин, что-то не можем на эскалатор попасть. Что-то тут фоткаются на эскалаторах, что-то туда-сюда все ездят. Странно, видно. Вот вроде еще сколько? 3 часа почти до закрытия. А народу тьма. Говорю, хотел сегодня днем сюда приехать. Утром проснулся в 7, 2 часа. Ковырялся в телефоне. В итоге. Короче, в 7 утра Нина проснулась. 2 часа рылась в телефоне, там туда-сюда. Потом что-то глаза закрываются. Глаза открываются, время уже 12. Ё-моё. Как-то вот так вот оно все быстро пролетело. Незаметно. Ты даже не знаешь, где ты, кто-то.
да, кстати, кафешка неплохая, Санта-Фе. Санта-Фе. Чего он меня встал, привет? Что-то все бегает, что-то ему все надо. Что он все бегает, бегает. Не знаю, что ему там надо, требует. Что, кушать, что ли, захотел? Вот мозгов не хватило, даже этот, туалет, наверное, хочет, да. Бегаем, 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 что-то бегает, что-то ищет. Я ему говорю, что ты хочешь? У него ничего не говорит, он что-то бегает, все, я за ним бегаю. С красивыми ногтями бегаю за ним ужин. Что ему надо? Я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Здесь, кстати, тоже неплохая кафешечка. Он народ кушает. В общем, где кушает народ, там всегда здорово. Да, здорово и хорошо. Тара-тара-тара-там-там-там-там-там-там. Опять подбежал, ничего не говорит. Походу 10 тысяч шагов решил сделать по торговому центру. Пока времени, да? Здесь, кстати, кинотеатр наверх. Куда он убежал? Я уже его не вижу. А вот где-то там он бегает. Господи. Кстати, вот здесь вот фудкорт находится. Смотри, сколько народу кушает. Очень много. Ну, честно, дешево. В принципе, неплохо, но так себе. Лучше, конечно, в кафешку зайти. Там получше будет. Ох, вниз куда-то пошел. Так. В общем, вот так вот у нас это забег по торговому центру. А, кстати, вот здесь вот классный магазинчик со всякой разной продукцией. Из Японии, вот, китайская и, соответственно, ну, такие, знаете, прикольчики привезти. Там всякая лапшичка, всякие там напитки такие интересные. Так, пофоткаться можно. Очень классное такое местечко. А вот здесь, кстати, вот я хочу вот этот хот-пот зайти, все, никак не зайдем. Здесь интересный этаж. Японский, по-моему. Тоже вот полно всяких кафешек. Здесь, понимаете, здесь в основном вода, везде еда. Ее здесь очень много. Этой еды. Смотрите, и такие площадки. Вот, куча-куча всего. Вот тут сосерик. Прикольно. О, сумоисты. Котик. Быстрый обзор торгового центра. Погоня за мужем. Наконец он закончил бегать. Что-то он тут искал, не знаю, что. Все, короче, в жопу. Вот, ладно, сейчас идем, короче, мне за кремушкой. И так далее. Я уже устала. Честно, я уже устала. Просто от всего. Я устала от мужа, который мне мозг взрывает, что за каждую копейку я должна отчитываться. Знаете, как будто вот он отработал, не знаю, на заводе, ну, условно на заводе, не будем там принижать и так далее. Получил там маленькую зарплату, и при этом я потратила там 100 рублей себе там, не знаю, на кремушек. Хотя я сама эти деньги заработала, понимаете, а он мне тут зубочку устраивает. Что просто прям устал. Что голова болит, уже не могу. Что там у нас сегодня такое? Что у нас тут такое? Что там происходит? Это, ладно. Сейчас вот там в конце магазинчик. Сейчас кремушек все куплю. Чтобы у меня был. Вот главное на крем он мне выдает. А вот потратил на ногти, так все. Сергей ногти классные. Обалденные, да? Уже есть хочу. О, кукуруза какая-то. Такая у них, кстати, кукуруза хорошая. Качественная. Мне кажется, мы сейчас 10 только по торговому центру нагуляем. Шагов. Ой. Так, а еще сейчас надо будет обувь, типа, покупать. Золото, бриллианты. Типа, красиво. Ну, честно, мне кажется, золото здесь очень низкого качества. У нас получше золото. Проба даже повыше. Но меня обиделся, он не хочет со мной вообще разговаривать.
Так, іду собі за Кримом. За Кримом, за Кримом, за Кримом. Так, дівчинки, ось тут Крим наш. Класний Кримушок. Є ще стенд клінік. Правда, скидки не дуже. В перший раз я попала на дуже хорошу скидку. Не знаю, де. Так, о, 2700. Тут не говорить, що за одну? 2700. Подожди, это 100 часов. 2700, что-то дорого. Бестселлер. А это скидка 10%? Нет, 2700, подожди, что-то дорого. Не, я была же, здесь было по другой цене-то. Нифига себе. Походу, я что, без кремушка остаюсь, что ли? А, делаешь. Вот он. Да, это вот 100 часов. Клиник 100 часов. О, да, вот это вот, да, есть скидочка. 1700. Вот такой я думаю. Это маленький. Дисконт только 10%. Короче, да, беру два таких. Плюс мне еще вот тут всяких штучков накидывают. То есть мне дают вот такую вот штучку. Умывалочку дают. Так, какую-то. Вот такую. Вот такую штучку дают. Ну ладно, потом через переводчик проведу. Вот такую дают. Что это такое? Для этого, для. Все, отлично, я буду так делать. Еще два крема. Выклинчила себе подарки. Выцыганила себе подарки. Я говорю, а если я два возьму, какие у меня подарки? Вот она начала тут. Полезла по всяким подаркам. Все, это мне вот все будет в подарок. Здорово. Здорово, 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 здорово. Еще раз. Два. Так, все. Давайте. Окей. А чтобы она мне дала, получается, как это, косметичку? Я в понял. Этой косметичке там еще несколько пробничков для вот этой фигни. Я понял. Вот. Чтобы ты начала что-то. Ну, это... Нет, я такая через привычку говорю, а если я возьму два, есть там какие-то скидки или подарки? И она такая, так, ну давайте я вот это дам. Я же знаю, у них это все дается. То есть они любят. Это все. Да, заложено, да. Ну, все, 3000 уже сразу, раз, оба, и все. Она вот здесь работает, считай, сейчас. Считай, как это, галочку, сразу два взяли. Клиник. Я так собиралась покупать, потому что мне в любом случае здесь будет дешевле взять, чем в России заказывать. А есть хорошие, я брала уже. Правда, в прошлый раз я на лучшую акцию попала. Стыд, все. Взяла себе. Все, поздравьте меня. Взяла себе клиник. Две штучки. Ой, красота. Мне теперь еще дали эту, как ее, косметичку. Дали еще там какой-то набор всяких разных кремушков, пробничков, умывалочек. Всякие там под глазками. Не знаю, что это такое. Все сгодится в хозяйстве. Выклинчила. Подарки. Так, ладно. Куда мы дальше? Деньги у нас еще остались? Бухгалтер. Мне нужна еще обувь. Упадешь. Сейчас. Короче, дальше мы пошли. Все, ребяточки, оцените мои ногти, оцените мой новый кремушек. Собирался купить. Все, купила. Ой, слава богу. Все, люблю всех, целую. Весь наш шипс. Пока-пока.